Всем привет! Вы на канале «Все интересно». С вами Наталья. Что мы сегодня будем делать? Сегодня погода у нас не очень. Дождик. Обещают еще потом еще и снег. И я решила попробовать салатик приготовить. Новый год-то скоро. А салат мы будем делать рис. Мясо, так, яйцо будем пускать, ну, вы увидите, короче, в дальнейшем. Изначально мы с вами сейчас отварим мясо. Для начала, для этого салата нам нужно отварить курицу. Вот она, грудка у меня немножко осталась. Мы ее отправляем в кастрюльку, в которую, разумеется, налили воду. Так, потом мы добавим сразу соль. К мясу я добавляю столовую ложку. Вы смотрите по своему вкусу, как чего. Вот видите, ложечка. Вот. Я ее отправляю тоже в кастрюльку. Далее мы берем 2 листика лаврушки и перец тоже в кастрюльку и ставим на плиту. Варим до готовности и остужаем. Ребята, нам понадобится рис. Я его уже отварила. Потом нам понадобится лук зеленый, укропчик. Так? Далее я приготовила 4 яйца вареных, огурцы. Вот у меня, не видите, огурчики. Далее нам понадобится морковка по-корейски. Ну и наша курочка отваренная. Приступаем собирать салат. Первый у нас идет. Мы ложим рис. Укладываем его. Я беру в пакетиках рис. Я его беру в пакетиках. Уложили. Далее нам понадобится майонез. Куда без майонеза? Рис я сразу, когда варила, подсолила. Майонезик. Ложечкой его размазали. Вот так вот. Пока отставляем в сторону. Берем наш лучок зеленый. И режем наш лучочек. Кто как хочет. Кто хочет мелко, кто хочет крупно его режет. Кто как к чему привык. Мы так. Ни крупно, ни мелко, средненько. Лучок нарежем. И будет вкусно. Отправляем наш лучок в нашу салатницу. Вот так вот туда. Все туда. Вот. Теперь нам нужно мясо. Берем наше мясо.
Ой, лучок какой ядреный. Так вот его режу, вот, видите? Вот на такие вот кусочки. Небольшие, не мелкие. Вот, вот на такие вот. Вот они идут. Кусочки, видите, вот. Вот такие вот кусочки. Нашу филейку. Я ее тоже варила, подсалывала. То есть салат нам солить не нужно. У нас все соленое. Вот. Сейчас мы ее нарежем, уложим. С вами. Салатницу. Так вот придавливаем. Отправляем кусочки нашего мяса. Вот. Мы как-то привыкли рис либо рыба, либо крабовые палочки. А тут мы приготовим его с мясом. Я думаю, мужчины оценят, что салат будет идти с мясом. Вот так придавливаем. Вот, нарезаем. Предлагаем сейчас вам этот салатик, чтобы вы его сделали дома, попробовали и решили, будет он у вас на новогоднем столу стоять или нет. Вы уже решите, когда его попробуете. Немногие решают же сразу новый рецепт на новогодний стол ставить. Ну и не только новогодний, вообще на праздники. А так попробуйте, определитесь, нужно, не нужно. Мы его тоже пробуем. Вот. И вот достаточно. Вот так вот. Теперь тоже майонезим. Так, теперь берем огурец, отрезаем жопки, они нам не нужны. Ой, какой ароматный, пахнет как. Огурец режем ножичком. На маленькие, я вообще на маленькие режу кусочки. Вот видите, вот на ножике. Вот такие вот маленькие кусочки. Мы режем огурчик наш.
сейчас дорежем. Дорезали. Отправляем в наш салатик. Салатик делается слоями. Вот так вот. Придавили. Вот. Отправили. Дальше мы опять майонез. Майонезер. Берем морковочку и тоже салатик. Укладываем салатницу. Достаточно. Теперь у нас яйца. Берем яйца. Вытаскиваем желтки. Я возьму 3 яйца. Терочку натираем белки на крупной терочке. Аккуратней для любителей. Потереть пальцы, таких как я. Делаем это аккуратно. И это все салат сверху морковочки. Наши белочки идут. Укладываем. Нет, надо еще одно яйцо. Но я на всякий случай отварила 4 яйца. Желтки вытаскиваем. Берем. Продолжаем укладку.
убираем с доски. Весь белок уложили. Теперь берем наши желтки. Их вилочкой разминаем. Белки трем, желтки разминаем вилочкой. Вот размяли. Далее мы берем наш майонез. Куда ж нам без майонеза? И наносим на этот слой майонезика. Нанесли. Теперь берем наши желтки и посыпаем сверху, укладываем. Его также можно делать слоями, с колечком на тарелочке. Вот мы посыпали желтками. Я сходила, помыла руки, а то от желтков. Вот. Этот слой мы не будем. Он сам должен пропитаться. Теперь мы берем зеленушку. Мы его все-таки промайонезим, чтобы зеленушка у нас прилипла хорошо. Вот так вот аккуратненько. Сейчас ручки помою. И берем наш укропчик и украшаем наш салатик. Вот чуть-чуть морковочки в центр для красоты.
Вот так вот. Так, сейчас я приберусь чуть-чуть. Ребята, вот такой вот салатик у нас получился. Вот видите? Вот он, прослоечки его. Вот у него. Стеклянное все видно. Вот так вот. Теперь ему надо настояться минимум 30 минут. А там снимем пробу. Ну, мои дорогие, время подошло пробовать. Слюнки текут на нашу красоту. Да, вот на такую вот. Ой, какая красота. Я уже приготовила себе все. Сейчас будем эту красоту накладывать себе. Попробуй-то хочется. Лариса не добралась с первого раза. Ну, ничего страшного. Так, это оставляем. Так. Так, я вообще люблю на бок переворачивать. Ну, вот, смотрите. Вот у нас мяско. Все есть. Ребята. Да. На Новый год я его готовлю к столу. Угу. Однозначно. Сейчас еще мои дома попробуют. Но я думаю, согласятся, что на Новый год мы его делаем. Вкусный. Получился очень вкусный салатик. Так что вот так вот. Мне, по крайней мере, понравилось. Ребята, пробуйте. Пишите в комментариях, как вам. Может быть, что-то еще добавите туда. Напишите, я, может быть, добавлю, попробую. Но даже вот так вот приготовленный мне очень понравился. Не забывайте про лайки, подписываться на канал, чтобы не пропустить наши выпуски. А чтобы не пропустить выпуски, нужно еще нажать на колокольчик. Так как впереди у нас Новый год, я буду пробовать разные салаты, закуски делать, показывать их вам, как я делаю. Для себя тоже новое. Вместе будем пробовать. Может быть, что-то и вам пригодится, заинтересует. Вы также сделаете. Ну, а мы увидимся с вами в следующих роликах. До встречи на канале.